Всем привет! Янусечка тут уже готовит вовсю мясо. Дети хотят пельмешек. Всем привет! Будем лепить сейчас. Сделала вот прическу суперскую. Я уже с новогодней прической красивой. Сашуле так нравится. Мне, кстати, нравится. Ты в ней какая-то такая добрая. А так злая? Добрее, чем обычно. Когда без бровей, без ресниц, с такими вот косичками, Сашуля говорит, ну, такая красивая, естественная. Не, ну, правда, да. А когда делаю ресницы, брови подкрашиваю, сразу становлюсь злой бабкой-ёшкой. Мы сегодня, кстати, проснулись поздновато, вчера легли поздно, и сейчас будем дружненько лепить пельмешки. Я уже тут приготовила фарш, нужно будет быстро проблендерить лук. Тесто на пельмени, все готово, ну и потом уже будем делать салатики. Дети там играют, еще ходят в пижамах, вот, так что потихоньку готовимся, делаем себе, создаем немного новогоднюю атмосферу, настроение, не знаю, каждый год как-то хочется отмечать, ждешь подарков, но в этом году особо к чему-то, не знаю, либо мы уже становимся старее, как-то все делаем уже из-под пинка. Напишите, какое у вас новогоднее настроение. И все, начинаем готовить. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Пельмени налепили, весь фарш, тесто ушло, помыла посуду, убрала со стола и вот все приготовила, чтобы делать салат под шубой. В этом году хочу его как-то красиво, оригинально украсить, ну не прям красиво, оригинально, но постараться что-то сделать. А то у меня каждый год салат под шубой один и тот же, такой тортиком, круглый, ровный, красивый. Но на этот раз взяла я вот такую вот, не знаю как-то, в общем, тарелочку. И сейчас будем все слоями мы укладывать. И как хорошо, что любимый муж постарался и вчера мне разобрал селедку. Не знаю, на такую чашку, немного ли это будет рыбы. Мы сейчас будем высыпать и с
смотреть. Что увидела, как бы ничего сложного, но мне почему-то понравилось такое оформление. И вот захотелось тоже повторить. Сделаю я, наверное, вот такой один салатник под шубой и маленькую тарелочку. Если вдруг придут гости, хочется поставить красивый, и чтобы его никто не ел. Так, сейчас выкладываем. И надо еще, чтобы Сашуля мне поставил варить яйца. Кстати, большое спасибо Вере Дмитриевне, нашей крестной, нашей просто маме. Она на маму заменила и маму, и бабушку для детей. Крестный приходил, когда вот сидеть с Максимкой, когда мы ходили на корпоратив, и принес нам очень много домашних яиц. Вот сейчас будем их варить и украшать наш салат под шубой. Так, ну да, много получается рыбы, поэтому еще останется на маленькую тарелочку свеклы, картофеля, моркови я много отварила. И вот не знаю, у меня почему-то всегда Новый год ассоциируется это с салатом оливье, но у нас его никто не любит, дети вообще не едят, им больше винегрет по душе, чем оливье. А вот в моем детстве всегда это было оливье и шуба. Шубу я очень люблю. Сашуля говорит, раньше вообще этот салат не ел, а как вот меня встретил, начали жить, любит. Конечно, да, немного бухтит, бубнит, не любит разбирать селедку, но шубу любит. Что бы он ни говорил, я-то вижу, как он ест. Так, вот так вот нормально. Единственное, что в этом салатнике, видите, дно такое неравномерное, и получается, овощи немного будут, наверное, отдельно, когда берешь. Опс, видите, как-то видно вам там или нет. Ну ладно, нормально. Нормально, я думаю, будет. Все, начинаем готовить, украшать. Ну а вы смотрите, что у меня тут получится. Кто-то, кстати, добавляет зеленое яблоко. Я нет, не люблю. Я делаю его по старинке, как готовила мама. Может быть, слоями нужно неправильно. Как-то мне писали тоже в комментариях, что надо на картофель вниз, потом идет рыба, чтобы картошечка наша пропиталась рыбой, лучком. И все остальное. Но у меня всегда в семье мама так готовила. Не знаю, мне кажется, особо разницы нет. Вкусно получается. Кто-то делает много слоев, например, рыба, лук, картофель, морковь, свекла. И потом опять повторяется. Для меня как-то уже это не такой салат под шубой. Вот самый стандартный рецепт. Это сельдь, лук, картошечка, морковка, свекла. Ну и все слоя майонеза. Так, лука, я думаю, хватит, чтобы тоже сильно вкус не перебивал. Сыграй с ней сразу будешь. Если ты тебя разобьет, ну ты тем сыграй. Так я ее не хочу. Ну ты сейчас сыграй, чтобы дочь не сидела, потому что она проиграет, будет чистить. А если ты, ну ты себе положишь дальше в очередь на чистку.
у меня тоже чистит. Другой стороной. Давай, я чистить. Все, ты тоже чистишь. Мы вдвоем чистим. Повезло, повезло, а пахнет. Я яйцо крепко убрал, теперь тут. Да. Поэтому я возьму себе вот это. Я не убрали. Папа, ты у тебя зарисуешь. Если кто-то сюда будет проигрывать, тому все яйца надо будет почистить. Какие? Пап, если больше нет. Которые разобьются. Я салат под шубой приготовила, но еще не украсила. Вынесла его в веранду, чтобы он немного настоялся. Свекла отдала весь свой цвет и готовила салат подсолнух. Ну, сейчас мы будем его с вами украшать. У меня тут немного, правда, желтков, надо побольше. Ну да ладно. Так тоже красиво. Анютик мне тут помогает. Режет оливки, и нам попалось очень много каких-то гнилых, плохих. Надеюсь, что нам одной баночки хватит. И разрезала я, где майонез, уголочек, но, видимо, слишком много отрезала, что у меня теперь большая дырка, а надо вообще поменьше. И теперь вот думаю, как выйти из положения. Может быть, в пакетик это все перелить, там отрезать. Думала, что у меня еще есть майонез полный, новый. Но нет, это уже последняя пачка. Так что как-то надо выкручиваться из положения. Будем сейчас пробовать и что-то думать. Может, сейчас попробую в пакетик перелить. Я не знаю, если будут такие слишком широкие полоски, это будет не очень красиво, да, точнее, нет, в пакете тоже ерунда какая-то получается. Ну ладно, будем, наверное, сейчас пробовать как-то так. Доча, у тебя что там получается, нет? И вот так вот сейчас будем делать сеточку майонезную, и где будут лежать наши оливки. Анютик раскашлялась. Ой, ну видите, толстый. Ну ладно, что теперь делать, получается немного просто вата широко. Так, сейчас я попробую. А те, которые испорченные, не режут, да? Не, испорченные точно не режь. Да, сейчас вот такую сейчас будем в сеточку делать более-менее и украшать оливками и чипсами. Тут есть 4 штучки. Все, ладно, потом покажем вам результат, что, да, дочь, у нас с тобой получилось вообще. Надо поменьше делать квадратиков оливок, одна пачка, и половина, наверное, была точно испорченных, очень много выкинули. Но срок годности, кстати, нормальный. Почему они такие, я не знаю. Это они просто сломались, а? Не знаю. Готовила под шубу, осталось посыпать укропом и подсолнух. У нас прям сегодня он такой какой-то, что ли, веселенький, с настроением. Чипсы торчат в разные стороны. И много, видите, оливок не получилось, они гнилые. Я лишь выбрала только хорошие. Сашуль, посмотри на шубу и скажи, на что похоже. Я старалась, но, по-моему, особо не получилось. Подумай, прежде чем ответить. На что это похоже? Желтенькое. Похоже это... Яйцо. Яйцо. Верно. Ну. Ну. Ну, рисунок как будто бы. Ну да. Да, месяц. Молодец. Не расстроил меня.
А я уже думала, мне это не получилось. Вроде ничего такого, а прикольно, да? Можно. Так, ну-ка. Я одну. Сашуль, ну не салата же. А-а-а. Я там их выбирала, они все поломаны. А-а-а. Вот так вот всегда. Не успеешь на стол накрыть, а уже все вовсю все таскают. Так, сейчас еще укропа. И у меня мой домашний, который я заморозила, свежего нет. Вообще думала сюда вот еще как бы укроп. Получилось как елочка, кругляшочки нарезать с морковки. Ну нет у меня укроп. Забыли купить. И так бы елочку еще сделала. А, все валится. Чашка маленькая. Я, как всегда, тут, видите, все утрамбовала, что просто не влазит ничего. У меня там уже доготавливаются голубцы. Осталось приготовить салат. Козел в огороде, точнее, просто все порезать к нему. Сашуля любит цезарь. Ну и, собственно, все. Много мы не готовили. Пельмени надо еще рассортировать, они замерзли. Надо по пакетикам убрать, посуду перемыть тоже. И хочу сейчас пропылесосить, дома пробежать, пол помыть. Вот такой вот у меня салат под шубой. Похож на месяц? Нет? Ну, вроде как ничего так получилось. Интересненько. Ладно, все, побежала дальше. Я тут все понемногу вам снимаю, показываю, как проходит наш день. Мы уже скоро будем садиться за стол, провожать старый год и ждать, когда наступит новый. Я уже пропылесосила, все приготовила. Осталось отпарить вещи, скатерть и перенести стол в зал с кухни. Розы я уже, видите, поставила на маленький столик, чтобы они украшали наш холл. Перемыла кругом посуду, голубцы тоже готовы. Нужно тарелочки все красивенько оформить, но сейчас вы видите не голубцы, а просто листья капусты. Голубцы там внизу спрятались. Такую вот я кастрюльку приготовила, посуду также помыла, и у Максимки снова появился кашель, прям такой сухой. А сейчас вот он немного подышал, вот ингалятор, видите, сразу помыла, обработала, пусть немного полежит, просохнет. Составлю посуду, все отсюда уберу, чтобы ничего не было лишнего. И сделала я еще бутербродики, прям чуть-чуть. А много не стало, если завтра придут гости, можно сделать свежих. Зачем, да, ну как бы все засохнет, ну не такое уже будет вкусное. Приготовила я с красной икры, и мне нравится именно, когда сливочное масло. И, в общем, рыба. Салат «Цезарь» Сашуля просил, ему нравится именно в этом варианте. Потом еще соус добавить уже перед подачей, чтобы сухарики не размокли. Он любит, когда хрустят. Помыла фрукты, пропылесосила, пол помыла. И сейчас мы идем с вами в спальню. Сейчас покажу, что будем делать.
немного вам новогодней атмосферы. Елочка, снеговик, цветочки. Все сияет, сверкает. А дети смотрят телевизор весь день, просто проходили в пижамах. Говорят, ждем новогодний наряд, не будем переодеваться. Я открыла окно, у меня тут, наверное, уже отпариватель вовсю. Ну, конечно, у меня уже отпариватель тут вовсю нагрелся. О, дымит, парит. Сейчас будем готовить новогодний наряд. Сашуля будет в футболочке. Дома душно, чтобы не было жарко, удобно, комфортно. Вот такую вот он выбрал. Я буду в платьице. Летом была в нем, наверное, 1-2 раза. И вот захотелось, оно такое легкое, красивое, не знаю, воздушное, быть в нем на Новый год. Джинсы, Максимка в футболочке тоже будет белые, джинсики, носочки. Так что нужно это все будет отпарить. Ну а Анюта хочет свое любимое платье, вы его уже видели не раз, больше даже ни за что другое слушать не хочет. Нет, говорит, буду в этом блестящем, нарядном. Я говорю, ну ладно, как хочешь, так и ходи. Так, отпариваем и начинаем уже накрывать стол. И кто знает эту дату? Кстати, многие заметили, что у нас появилось кое-что новенькое на полочке. Как дети сказали, наконец-то мы накрыли стол и будем сейчас праздновать, ждать Новый год и провожать старый. Прям быстренько хотела вот включиться, показать, что мы тут наготовили. Особо немного, ну, потому что мы... Диночка тут наготовила полный стол салатов всего. Дети... Кто это будет кушать все? Три салата. Все съедим. Дети просили шубу, Сашулин любимый подсолнух. Бутербродики, цезарь, надо, наверное, Сашуль, поближе к тебе, голубцы, шашлычок получился просто идеальный, такой золотистый, крылья, это тоже заказывали дети, но мы уже не стали варить пельмени, я думаю, что да, что этого достаточно, и хочется вас всех еще раз поздравить с наступающим Новым годом, все, мы провожаем старый
год, Сашуль, давай наливай. Скажем большое спасибо старому году за все, что он нам дал. Мы благодарны. И больше у нас было всего хорошего, положительного, чем плохого. Пусть плохое все будет и останется. Да, все будет, пусть забыто. Так что всех с наступающим Новым годом! Новым годом.